у нас зоозащитники Санкт-Петербурга ее обнаружили в яме Жори. В яме это из-за вас нервничает. В яме Жори обнаружили ее. Она была прикована на цепи. На двух цепях. Ну, вот с помощью ветеринарных врачей, ветслужбы, точнее сказать. Не хулигань. Ну вот. Вот мы сюда ее притащили. Цепи мы сняли, одна цепь была сверху, вторая выросла гораздо глубже, поэтому две операции прошли, а вот еще две или три операции будет. У нее часть цепи в шее, в роще. Да. У них у всех распорядок дня. С утра всех кормят, вечером кормят. Единственное, что она сейчас сидит, это территория Мишина. Это не ее вольер. Вольер для нее мы сделали новый, он там, с другой стороны. Вот. До операции мы ее не переводим, потому что ей нужно обездвижить. А после операции Тоня останется у вас в центре или у... Нет, она останется у нас. У нее друг там есть, Потапыч. Тоже бурый медведь, мальчик. Ну ты чего разнервничалась? Ну, наверное, видно, да, вот на шее гной. А как вы нашли подход к дикому животному? Ну, животное всегда чувствует ласку к себе. Если нормально относишься к ней, она к тебе относится взаимно. Ну вот к нам она сейчас привыкла. Мне дает и почесать себя, когда никого нет. Вот один подходишь, она вот так прижмется и головой даст почесать, погладить даст.